Друзья, наконец-то мы добрались до основного пункта назначения. Мы находимся в Берлине, на турецком кладбище. Именно здесь и покоится Мустафа Шокай. По официальной версии, он умер 27 декабря 1941 года от заражения крови на фоне развивающегося тифа. Но его супруга Мария Горина в своих воспоминаниях писала, что Мустафа тифом уже переболел в Туркестане, и у него был иммунитет. Она подозревала, что просто нацисты отравили его за отказ сотрудничать. На камне написано: «Здесь покоится мой незабвенный муж». Это говорит о том, что похоронила Мустафу и поставила этот камень его супруга Мария Горина. Она провела и 40 дней у него, сделала все согласно мусульманским традициям.